Маленькие надежды большого спорта живут в Чебоксарах. Будущим футболистам сейчас от 3,5 до 5 лет. Они уже владеют первыми навыками игры и мечтают стать профессионалами. Познакомиться с мини-спортсменами и посмотреть, как они ведут мяч, удалось нашему корреспонденту Ольге Алексеевой. От той фишки идем туда. Оттуда даем мне пас. Я там буду стоять. Бьем поворотом. Потом берем мячик, обводим вон те фишки. Пока вся страна ломает головы, как поднять престиж и, главное, профессионализм российского футбола, Александр Кузин вносит свой вклад в большое дело. Идея создать секцию футбола возникла давно, но реализовывать ее он начал с осени прошлого года. Это единственное место в Чебоксарах, где занимаются с малышами от 3,5 лет и, кстати, абсолютно бесплатно. В Европе с детьми вплотную, очень плотно занимаются уже там с 4 лет, они просто каждый день фактически тренируются. То есть я не хочу заявить о том, что я делаю вот такой же масштаб, да, мы сейчас пока только начинаем, отрабатываем программу, отрабатываем упражнения, которые они смогут выполнять, понимаем психологию ребенка, вместе учимся, но к этому стремимся. Любовь Александра к детям взаимна. Ребятишки ждут тренировки с нетерпением. Чтобы улучшить свой результат, занимаются дома, говорят родители. Таких вот секций как-то не хватает у нас и в России, да и в Чувашии вообще. Потому что надо детей с раннего детства приучать к спорту. Удержать внимание малышей непросто, рассказывает Александр. Поэтому занятия довольно активные. Каждое упражнение длится не более 5 минут. А, да мы тут занимаемся. Еще футбол играем. Футбол мне нравится. Я хочу стать футболистом. Футбол для мини-спортсменов проводится 2 раза в неделю. По четвергам дети занимаются самостоятельно, по субботам с родителями. Набор в группу пока не ограничен. Ведь дефицит хороших футболистов в России в последние годы ощущается особенно остро. Ольга Алексеева, Антон Вовк, Республика.